Сотрудники Национального инспектората расследований совместно с бойцами спецподразделения «Фулджер» задержали еще двоих подозреваемых по делу о сексуальной эксплуатации 12-летней девочки и еще двух подростков. Предполагаемым злоумышленникам 24 и 31 год. При обыске правоохранители обнаружили у них запрещенные вещества. По этому же делу на днях задержали 42-летнего жителя Кишинева. По данным следствия, подозреваемые знакомились с несовершеннолетними девочками, привозили их на съемные квартиры, заставляли принимать наркотики, а затем вступали с ними в сексуальные отношения. Если потерпевшие отказывались принимать запрещенные вещества, задержанные силой принуждали их к сексу. Двоих задержанных в среду мужчин поместили в изолятор. Прокуроры настаивают на предварительном аресте подозреваемых. Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают и других причастных к преступлению лиц.